Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекс Механик. Всем привет. У нас сегодня спин ТРС и... И покатушки по грязи. Покатушки, да. Мы решили сегодня покататься на новых тачках, взять их. Да, просто помесить грязь, провести время отлично. Ого, нифига здесь сколько воды. Что-то, блин, я ж так забуксовал. Здесь прям какая-то грязь с водой, да? Да, как достаточно конкретно. Жесткие условия. Ну, после вчерашнего дождя как раз все размочило. Мне кажется, там самое оно. Можно будет, кстати, к реке спуститься, потому что там по-любому, наверное, там уже размыло реку к чертям. Да, кстати, будет круто, нет. Давай попробуем. А здесь же, по-моему, эта дорога как раз-таки и ведет к реке. Она, в принципе, идет на заправку. Если что, можно и на заправку съездить, а потом к реке спуститься. Или сразу к реке спуститься, не знаю. Оу. Так, я думаю, смотри, лужи какие. Слушай, ну у меня прет хорошо. Может, сразу на заправку заскочить, на всякий случай? Ну, можно заскочить так-то. Ты думаешь, долго месить будем? Не знаю, посмотрим. Просто я смотрю, что ползет очень даже неплохо. Ну, ты сильно-то не лети вперед. А то, мало ли, засядешь где-нибудь. Или я засяду, потянуть надо будет. Ну, договорились. Ох, нифига себе. По воде тяжело, да, идет? Тяжеловато что-то, да. Вот. Видать, там дно совсем размоченное. Ну, вот, в принципе, вот уже поворот на этот вниз. Не знаю, может, на заправку давай? Ну, давай съездим, да, давай съездим на заправку, вот заправимся. Сюда быстро добрались. Нифига себе, что-то я там сиганул и не могу тронуться с места. Офигеть, вот это да. Что-то усаживается здесь. Но ничего, ползет все равно. Не ползет. Ты видел, я новые амортики поставил? Да, на патроле. Ну, если взял на всякий случай, тут еще. Ох, ёб твою мать. Ты видел? Мне кажется, у меня крузак встал. Не, слушай, я поставил новые амортики, новые пружины, и он вообще ведет себя прям очень хорошо, в отличие от того, что было. Лифт получился где-то, наверное, еще плюс 7 к тем сантиметрам, которые были. Не видел, я поставил тракторную. Не, не видел. Новую поставил, да? Белшина? А диски что, на заказ у тебя? Слушай, я, по-моему, тону. Да ты что? У меня урон идет. То есть не надо заезжать в воду, что ли? Не, отсюда тяжело выехать как-то. Нет, ты можешь заехать, у тебя машина повыше вроде бы. Сносит. Да ну нахрен, знаешь. Ну что-то да, вроде бездорожья много, а прям такое найти. Ух ты! Эй, ты живой? Ёб твою мать! Заглох, нет? Вытаскивай быстрее, у меня шноркель сейчас затопит. Давай скорее, цепляй. Эй, ты я ж не предложил. Давай, тащи. Михалыч. Подожди, стой, надо это, воду из салона вылить всю. Тихо, ты хоть ручник нажми, сейчас покатишься. Охренеть. Михалыч, ручник нажми. Да нажал ручник. Ты катился только что еще. Выливай давай. Слушай, ну вроде дизель работает, вроде не хапанул воды. А что ты там хапанул? Да ничего не хапанул. Слушай, ну едет вроде. Салон весь помыл. О. Сам помылся. Водичка такая прохладная. Отлично, заправочка. Почему? Теперь можно обратно возвращаться. Мне тут мужики, знаешь, что рассказывали? Че? Говорит, поехали тоже покататься. Ну, тоже джиперы. Поехали покататься. Че? Начали реку ходом брать. Ага. Один проехал нормально, второй проехал нормально, третий поехал, у него напором, ну как, я не знаю, там волна была или что, или может камушек какой. Короче, окно разбило, и рыба в салон заплыла, прикинь. Ни хрена себе, так это что, где, у нас здесь или где? Да, у нас здесь. Да ну нахер. Вот, ну, вот течением-то, вот течением же видел. Тачку утопили что ли или что? А? Тачку утопили что ли или что? Не утопили, зачем, нет. Выехали, он просто открывает, говорит, двери слить воду, а там раз, рыба выплыла. Это, наверное, с водой. Щука была. Я ничего-то не спросил, какая рыба. Так, поугарали. Нужно было на уху оставить. Такой сюрприз, да, хороший?
Компенсация за мокрый салон. Не повезло, наверное, в этот день. Слушай, ну... Не знаю, вот я вот резину уже второй сезон не меняю здесь. Ну, вроде гребет до сих пор нормально. Ну, конечно, да, у тебя агрессивный протектор. Поинтереснее выглядит. Я говорю, белшина вообще шикарная. Ну, она прет, у тебя, вижу, хорошо прям. У тебя машина даже пониже, а прет очень уверенно. Тебе надо тоже лифтануть. Еще повыше сделать. Да надо, но, блин. Пока что так справляюсь. Согласен, согласен. Блин, а тут тяжело, здесь, блин, разбитая дорога вся. Надеюсь, хоть где-нибудь надо же засадить, слушай. Да ну нахер, погоди. Что-то здесь вообще жестко. Я зарываюсь. Да я тут тоже как бы зарываюсь. Надо понижайку, наверное, воткнуть, потому что что-то... Так, с разгона не пошла. Ох, вот это да. Смотри, колеса ушли. Ползет, нет? Я на мостах. У меня уже встал. Сейчас понижаечку сделаем. У меня на понижайке не шла вообще. Не, понижайка здесь не тащит, слушай. А назад, если... Короче, рулю влево-вправо и потихонечку ползет. Но не знаю, если я сейчас не выползу из этой ямы, то... Я засел. Придется, наверное, возвращаться в гараж, наверное, коротким путем пойдем, потому что, блин, сюда я не хочу обратно влазить. Да давай проедем вперед. Я сейчас, наверное, лебедочкой цепану. Да нет, я имею в виду, что к реке спустимся оттуда уже. А, да, согласен. Там подъем-то. Я, наверное, лебедочкой воспользуюсь. Да я вот тоже с лебедочкой, потому что, ну его нафиг. Что-то не прет вообще. Ох! Давай, пошел. По-моему, здесь вся такая дорога. Или просто там нужно было с места сдвинуться. Так, давай я, наверное, тебя первого пропущу на спуск. Проезжай. Давай, если я смогу. Охренеть, мы утопли, смотри, по мосты просто с тобой. Главное, на мосты не сесть, а то мы с ними вообще ничего не сделаем. Ну, главное, чтобы хоть кто-то остался у нас. Ох, на ходу. Ёб твою налево. Ты смотри, не перевернись там. То ты сколько уже поулетало. Ты видел этот вообще спуск? Да видел, конечно. Мужики ездили хоть. Погоди, бля. Только сильно не поджимай. Да что я тут подзасел немного. Здесь вообще жестко как-то, по-моему, спуск. Охренеть можно. Да ну нахер. Я сюда обратно не поеду. Не зря мы тачки подготовили к сезону. Ёпта. Вот это тебя колбасит. Охренеть можно. Ох, слава блокировкам. Только не перевернись только. Да я аккуратно вроде. Да ну нахрен, ты посмотри, что с краю от нас. Че это? Корабль. Да ты че? Ты видишь, что это корабль? Японский хер. Охренеть просто. Ха-ха. Да ладно, это вообще нормально? Я только сейчас его заметил. Слушай, он... Что-то раньше тут катались, я не замечал его. Он сам карьерный, что ли, или что это такое? Это вообще не понимаю, что там у него. По-моему, это наоборот какой-то военный корабль. А вот это что у него такое? Стрела какая-то, смотри. Надо, наверное, сюда прийти пешочком и попробовать на него забраться. Пешочком, ёпти. Слушай. Чё? Проползём хоть здесь, нет? Ну, не знаю, пробовать-то надо. Мать моя женщина. Я по твоим следам иду. По дороге вот, где тут накатано слева, я не поеду. Боюсь, это будет плохой конец. Плохого конца. Чё? Нам не надо.
Воу-воу-воу, ты чё? Я чё-то подсел на камушки, по-моему. Слушай, ты, по-моему, прям на пороге сидишь. Я не знаю, сейчас как-то попробую, наверное, выскочить. Мне бы колесо поднять, потому что кое-что будто мордой слегка. Пошла, 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 нет? Не, не пошла, я бампер вот этим. Давай я тебя назад, может, потяну чуть-чуть. Не-не, погоди, погоди, погоди. Сейчас как-то. Ты потихонечку на понижаечке попробуй. Налево, налево, налево рули. Не, надо направо. Да ты там упираешься. О. Давай ходом пролетай. Ёпта. Бедрить, колотить, как тут ехать? Прям в яму провалился. Ты? Да. Колесом прям в яму провалился. Я сел уже. Вот я сейчас чуть назад, мне надо сдать. Давай, твою мать! Ох! Да подожди, сильно не уезжай, я, кажется, засел здесь. Ты, наверное, силовым бампером уперся в камень. Уж камень. Да, скорее всего, он не дает. Колесо провалилось. А ты можешь назад сдать и взять правее немного, чтобы ты заехал на него или нет? Да вот тоже назад не идет. Давай вперед, влево. Так. Ты ж лифтанул, как же ты так? Умудрился. Да прям провалился в яму. Сполз. Просто сполз и все. Сейчас что, боюсь. Понем тебя. Боюсь сейчас, да. Если назад буду еще сдавать, в реку улечу. Давай попробуем. Только давай я еще буду подтягивать. Давай потихонечку, потихонечку. Что меня сильно сейчас стягивает. Вообще никак. Меня аж сносит вниз. Погоди, да я цеплю. Меня назад сносит сильно. Охренеть, да что ж такое-то? О! Давай, 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 давай! Тихо, да ё-моё! Тебе в любом случае надо назад сдавать, потому что так не выйдешь. Не-не-не-не, ты меня разворачиваешь. Я сейчас сам стану на камнях на этих. Так, кажись, пошла. О! Бритковать. Так ты сам уже практически проехал. Сейчас, наверное, тоже сядешь на кузов. Да? Да вроде цепанул, но... Вот тебе главное сейчас силовым бампером не перескать камень, в который я попал. Но тут, если что, дернуть уже будет проще. Да, давай чуть дергани вперед прям. Так. О, только бери максимум правее, только чтобы не переворачиваться. Ты здесь такое стрёмненько как-то. Это же маршрут вообще просто дичайший. Ну вот, а я думал это, уже начал переживать, что грязи тут не найдем с тобой. Грязи найдем, мы с тобой грязь всегда находим. Ох. Слушай, а что там виднеется-то? Слушай, что-то блестит. Машина, что ли, лежит? Охренеть, вообще не прет. Давай подъедем, посмотрим, что там. Сейчас выехать только надо. Что-то мне вообще тяжело идет. Очень тяжело. Ползет просто миллиметрами. Так, есть. Пошел, 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 пошел. Очень тяжело. Тяжело, но ползет, слушай. Ходом, 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 ходом. Да каким ходом? Гребут все четыре. Очень сложно. О, вот здесь тоже засел, слушай. Как и я, да, наверное? Все.
Встал? Приехал. Да не, давай, я выехал. Давайте, дергану. Кажись, по твоей колее еду, поэтому разбивает немного. Все, я заседаю там уже. Ну да, у тебя резина шире. Я просто что проваливаюсь в колею. Хороший. Да здесь нам главное до моста он добраться. Слушай, реально машина. Что там лежит-то хоть? Ты видишь, нет? Ну? Чё за машина-то? Хер его знает. Что, жёлтая какая-то, раскрашенная вся. Предлагаешь что-нибудь посмотреть, что ли? Достать её? Да слушай, ну надо достать, наверное, а чё? Давай дойдём до салона, что ли, посмотрим, что там есть, кто нет. Ну, сходи, проверь, там чё там. Ёхана. Смотри-ка. Никого нет? Ну, я думаю, что они бы не сидели в воде, там не мёрзли бы. Не, ну я не про то, что мало ли там труп какой-нибудь или кто утоп. Слушай, это не те мажоры, которые катались, что этот со щукой? Да нет, не они, не та машина-то. Блин, у них у вас, по-моему, был. Течением её ещё несёт. Слушай, несёт прям, меня сейчас несёт вместе с ней. Погнали, короче, в гараж, наверное. Охренеть, слушай, ну надо вытаскивать. Это BMW, слышишь, он на руле, шильдик BMW. X5, походу. Сзади он. Ну давай, короче, я слушай, не знаю. Пойдем возьмем кран, вытянем. Давай, давай. Погнали, короче, в гараж. Хотя бы короткий путь. Дергани меня чутко. Или подожди, я сейчас попробую он до дерева дотянуться. А, все, дотягиваюсь до дерева. Ох, слушай, а здесь подъем тоже такой серьезный. Но прет. Блин, охренеть можно. Ну здесь такое уже. Здесь более сухой грунт. Уже и темнеет. Лучше с утра поехать. Да, давай тогда с утречка возьмем кран и попробуем достать его, посмотрим, что там вообще с ним такое. Может, ночью вообще не вариант. На машинах, конечно, мы на своих вообще не сможем ничего сделать. Только кран да, надо. Что-то. Тогда ты возьми кран, я поеду на патруле, чтобы, если что, подстраховать где-то. Угу. А там, если что, пересяду, а патруль потом заберем. Договорились. Фух, что тогда, до завтра? Ну да, давай, я пошел ставиться в гараж тогда. Сейчас давай. Посмотреть надо, тут по колесам еще. Ну все, давай.